течение 8 месяцев бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин совместно с СМП Рейсинг разрабатывал проект Академии детского картинга. И вот, наконец, она открылась. Торжественная церемония состоялась на картодроме Forza One Karting. Безусловно, наш приоритет был бы на развитие, продвижение и поиск талантливой молодежи. Но в целом наш проект направлен на то, чтобы привнести картинг и автоспорт чуть ближе к обычным людям, поэтому мы открыты для совершенно всех, кто хочет не только сделать, да, профессиональный карьер, а просто чуть повысить свое мастерство пилотажа. Учебная программа включает в себя практические и теоретические знания. Юным пилотам рассказывают про устройство двигателя, ошибки гонщиков, историю картинга. В тренерский состав помимо Сергея Сироткина вошел Юрий Ставровский, наставник сборной СССР по картингу. Картинг, он развивает очень важные навыки для черты, физиологические свойства. Это быстрая реакция, хорошая координация, скорость принятия решений. То есть это те вещи, которые, если человек потом окажется за рулем, ну, это наиболее ценные факторы. Плюс это требует, это настойчивость. В академии две группы и несколько подгрупп. Учащихся делят по росту и уровню мастерства. Здесь хорошая скорость для детей вообще в основном, 60-70 км в час. Хорошая мощность, хорошие машины, управляемость. И это помогает в будущем водить самому уже настоящую машину на дороге. Трасса, где проходят занятия, полностью отвечает требованиям безопасности, а потому родителям юных пилотов переживать совершенно не о чем.